Вот, в общем, в одном из этих мест, наверное, сейчас поем, заряжусь. Спрошу, где есть инет и зарядки. Но, судя по их интерьеру, они очень дорогие, учитывая, что тут просто сраные дёнеры делают. Короче, ребят, я опять пропустил автобус. Они мне говорят, туда иди, сюда иди. В итоге я автобус так и не нашел. И он уехал, судя по всему, уже без меня. Я туда-сюда хожу, сейчас спрашиваю всех. Все меня посылают. Я не знаю, я пропустил, судя по всему. Bir İstanbul Ekspres'in bir uçağını, otobüsünü geldim saatinde diyor ama kaçırdım diyor, binemedim diyor. They are asking your name. Nikita Kim. Nikita Kim. Çabuk araçları bekliyor. 67-68. 67-68. 67-68. İstanbul Ekspres'te. Здорово, ребят, 3 часа ночи, у нас остановка вторая. Первая была на заправку, а теперь... Опа, уже почти не остановка. В общем, всем здорово, всем доброе утро. Я в Стамбуле. Немного не в том месте, где я ожидал, меня высадили, но тем не менее я приехал в Стамбул, да. Пока что разницы особо не вижу. Купила себе транспортную карту, слава богу, ее можно купить за не наличку. Получается, и тут вот смотрите, какие есть скидки. Типа обычная стоимость 10 лир почти, а для студентов 4. 5 лир, короче, 2 раза дешевле, это круто. Офигеть, конечно, я сейчас вышел из метро. И тут вот это вот. Ребята, я в Стамбуле. По европейской его части. Ого, тут даже трамваи ходят. Прям Европа. Короче, я приехал на Сарево, но я потерял свою бутылку, поэтому хочу сейчас купить что-нибудь попить. Что-нибудь попить, взять и это... получается, налить туда уже водички потом. Думаю, может что-нибудь местное взять. Надеюсь, я успел, но я зарегистрирован уже был в онлайн. О, hi! Nice to meet you again. Long time no see. Long time no see. How are you? Did you I'm just arrive? Participating 4x4. They told me I'm participating. Я капец не на тот автобус сел в итоге. Здорово. Yes. Мне типа нравится мне, что везде перец лежит, можно попросить. А, кстати, я, блин, его не попросил спайси сделать. Андрею забыли кольца положить, а я сейчас буду тестить штуку за 30 лир в азиатской части. Что такое? А, типа веганский бургер то, что, да? Да. Ну смотри, он типа там с этого и сои сделан, вот этих вот растений, типа как котлета. Вот. Я такое в Грузии уже пробовал. Это вкуснее, чем мясо. Да, это может быть вкуснее, но иногда дороже просто.
собираю сейчас кьют на соревнования. И я сейчас только сейчас начал думать, то, как мне вообще домой добираться, потому что билетов никаких уже нет. Но, скорее всего, я поеду через Москву. Вот как-то так дела обстоят. Потому что только такие есть билеты, которые, типа, не стоят прямо перед полетом миллиард тенге. А было как ваше настроение? Чё? Почему? Шумно. Шумно? Да. А чё, наушники у кого-то я видел были? Попроси. Не, нормально. Сейчас будет клок. Можно мне так клок будет включить? Ну-ка, дай-ка пробу. Да. Ну-ка, дай-ка пробу. Ты его, небось, даже не смазал с завода. Просто смазывать надо. А куда это вообще? Просто, короче, у всех клок, кого я смотрю, крутится вообще офигенно. Очень легко. Про меня он с завода говно крутится. Это я смазал его, он еще хуже с завода плюс. Короче, у тебя винты есть, я этот... Да-да-да, я пошел. Для штуки. Да. Это GoPro? Да, GoPro. А куда ты кладешь маску? Короче, ну когда я разберу. О, так легко разбираешь у тебя? Так у меня же винтов. Ты прям вообще все снял? Ну я оставил вот эти штуки, типа, но винты, да. Может, мне тоже так сделать сейчас? Не-не, у тебя тогда вообще будет летать. This sauce is already just like I lost everything I could. No, don't worry. I mean, the national record is 7.5 seconds, and I like. Where are you from? Kazakhstan. Oh, okay. Kazakhstan. And like I already lost it probably, because if I would make a worse sauce, it will be counted. This will probably won't count. Don't worry. Okay, I hope so. You'll do better. Okay, okay. Thank you very much. I'm ready. Eight seconds. I told you. Nice. Well, no matter the result, thank you for your support. It's like I was really stressed out, but now I'm like relaxed. No matter the outcome, anyway, thank you. Sure, no problem. Ready. Eight seconds. And there. О, круто. Сколько? It's a bad result, guys. It's just a national record of Kazakhstan. Probably, probably. Let's go. I need to... Oh, thank you very much. Yes. Yeah, of course I will. What did I tell you? Thank you. Да. У меня 7.03 ОВГ. Я видел, у тебя там, короче, куча шестерок было. Не, у меня, короче, 3 шестерки, 7 и 9. One-handed. Are you still filming? Да. Да, это НР. А сколько у тебя ОВГ получилось? 7.44. А сколько НР был? 7.51. Да. Did I make a picture? Yeah, you did. I did, okay. You did. Anyway. Can you make a picture Your of me? Your hands are shaking. Yes. Нам, короче, смазку бесплатно дали, потому что... Блин, я хочу понюхать. У меня паприка. Да, он сказал бесплатно. Очень мало осталось. Да, потому что они типа broken говорит, и поэтому типа бесплатно. Сейчас ответим. Я жестко ходил, закупился сначала.
Пахлавы купил, молочка, и вот два дёнера получается по 50 лир каждый. Мы сейчас, наверное, с Андреем поделим. Влог получается какой-то мега ненасыщенный, но я заметил такой прикол, что когда ты не снимаешь свои сборки, они намного лучше. Типа я, как он называется, Оха сейчас собирал, и у меня все сборки саб 30, потому что я их не снимал просто. Ну, главное, что я свой НР заснял. Это мой первый НР за все время. И я этому безумно рад. Типа что-то наконец-таки получается впервые. И вот так это проходит первый день соревнований. Конечно, намного веселее благодаря тому, что типа тут есть ребята с наших стран, и всегда это круто, когда есть с наших стран ребята, и можно с ним поговорить нормально. Сейчас, в общем, будет пира и потом все же, да, домой? Все. И первый день на этом закончится, Сарев. Гита, знаешь прикол? Какой? Я забыл, как собирать пирамикс и скюб. И сейчас собираю. Даже я помню, как мегу собирать, где я год не собирал. Я смог собрать. Я забыл. Вспоминаешь, собирай? А, уже поздно, в принципе. В общем, соревнования прошли отлично. Я поставил НР наконец. Сейчас с Андреем немножечко погулял и теперь жду автобус, чтобы вернуться в хостел обратно. 25-го я улетаю, и сегодня я купил билет в новое место. Надеюсь, что я до туда нормально доберусь и оттуда нормально уеду без каких-либо последствий. Блин, как же мне нравится ночной Стамбул, особенно под хорошую музыку. Я сейчас тупо представляю, какой я плейлист потом сделаю из фотографий, из видео. Видео я, конечно, задолбаюсь делать. Ребята, сколько я материала заснял. Типа, когда я камеру только вставил, флешку, у меня было... Прошка показывала 10 часов свободного, можно заснять видео. А сейчас она показывает чисто, можно 3 часа осталось. 3 часа 9 минут прямо сейчас. И это типа, вау, сколько я наснимал всего. Как же все-таки мне нравится ночной Стамбул, вы не представляете. Я просто сижу сейчас и наслаждаюсь видом. Я просто смотрю на это все и кайфую. Просто сижу и наслаждаюсь видом. Под хорошую музычку этот вид просто прекрасен. Ты думаешь о том, что ты сделал все не зря. Я сейчас посчитал, сколько у меня примерно эта поездка вышла. Я, конечно, еще не закончил ее, и даже в Стамбуле мне предстоит много не оставаться. Но, тем не менее, вышло достаточно нормально, так я считаю, относительно. Потом, возможно, подведу итоги какие-то. Вообще план не собирал. Подождите, вы оба с России? А? Вы оба с России? Да. Просто на Сарел приехали? Нет, мы здесь. Живете? Да. А. So here's the prices. What do you think about the prices? Are you vlogging? Yes. Making vlogs about competitions and about the trips to other countries. Ah, nice. Maybe. Interesting. What? Do you have YouTube? Yes, sure. What's the name of it? I'll show you when we order. Okay. Okay. Я всем хочу попробовать местную колу. Ау? I want to take a picture of it and send to my friends. Okay, okay. It's like, you know, the... Where did you buy? Ah, you're from Romania? Yes. Okay. Where did you buy? В супермаркете. Okay. Тот самый шок, типа. Он пошел тоже покупать. He's going to buy the same. Yes. This one is like... The original cola costs 20 at least. And this one is 11. In Turkey, the original one cost 20. Yes. Will you upload the vlog on your channel? Yes, sure. What is your channel name? Just Nikita Kim? Yeah. No, Nikita Kim is my second channel, which is about traveling. Okay. And about my YouTube channel for competitions. Didn't I tell you that I have a channel? I remember I even show you. Okay. Like. It's mostly in Russian, but I have two videos with English subtitles. So this... I don't think I have Wi-Fi, but can you please note it? Okay, okay. So this channel is basically only about competitions and speed cubing. Yeah. Oh, nice.
So if every competition I participate, I make a video about this. Everyone? Yes, every competition. So like you can even watch the how I participated in Cuban Kazakhstan Nationals in 2019. It was like the beginning of my vlog history. And in like 2019. Yes. Oh my this God. Is why I like this tradition, because after some time you can just remember how it was like. Oh, nice. They're very I long. I want to watch all of this content. Sorry? I love content. You have very long vlogs. Medium yes, Vega? Like well there's medium Vega. Medium Sebze. Vega for the other guy. Huh? Yes, and, for the other guy, yeah, yeah. Yes. He left but he's planning to come. Pepperoni medium team. Yes. Yeah. Sebze, Vega. Okay, finished? Yes, thanks. Thank you. Okay, thank you. This is ID, yes? This is an ID card. This okay. is you. This is my... This is driver license mine and his. This is you. Yeah. These are buildings from... From Kazakhstan, yes. Oh, in Astana or? Almaty, I think. Yeah, this, oh, look, these are from Almaty. That's interesting. Almaty. The flag of Kazakhstan. Yes, I just told him yes. that really? It's one of the only currencies in the world which has national flag on the banknote. I've never seen that ever. And what is the lion's symbol for? Lions or? Снежный барс? Как сказать снежный барс? I don't know. Snow lion. Snow leopard maybe. Yeah, yes, right. Yes. And this. This is a statue, I don't know the name of the statue, but it's in Almaty. Almaty же, да, она? Yes. Не, ну она точно не в Астане. Yes, it's Almaty. This is Turkish leader. Oh, yeah. This isn't that colorful. Astana. Astana. Yes. It changed like a few times, right? After the yeah, my trip, times. I have yeah, the ones from... So what do you think about the competition? Very warm. Yes. One of the warmest competitions I've been in many years. This is the warmest I ever had. I've been to another very warm competition, which was also in summer, but this one is on another level. It's Andrei so humid. Told me that there were one competition in Russia, and the one guy were like his nose was bleeding the whole competition because it was too hot in there. Jesus! Just like the whole competition, it was wow. bleeding. Yeah. Well, there are a few fans. They are saving it. Yes, it's literally saving. Сейчас будет второй раунд по трёшке, все кубы свои сдают. Пока сейчас проходит финал по многим дисциплинам, я просто сижу в уголке здесь под вентилятором, потому что мне не представляю. Здесь жарко. Сижу и собираю. Опа, сейчас будет финал. Андрей попросил первым, чтобы в аэропорт сразу поехать. И... Финал похож, ну, как обычно, head-to-head финал. Сейчас посмотрим парочку сборок. И... Я тоже, наверное, буду скоро уходить. Хотя мне еще завтра целый день будет в Стамбуле. Потом только я буду выезжать. Ты все выезжаешь? Да, сейчас все сертификаты получил. Я Uber заказывал перед этим. А, заказал? Да. I like it. Okay. I'm glad to hear because everyone likes it. Yeah. And I really like it. It's nice. Okay, thank you very much. Bye. Bye. Take see care, Gersh. Wait. Every competition I have a tradition. Okay. So it's Kazakhstan chocolate made in Kazakhstan and like pretty sweet, very good. Yeah, you like it? At least top 3 best chocolates ever. Thank you. Milk chocolate, right? Yes. Tastes good, yeah. Thank you very much. Like, it's like my 8 out of 10, in my opinion. Thank or you. Or 9, maybe. It's like my tradition to give yeah. everyone in my every competition.
just hear their opinion. Like it? Thank you very much. Как? Нормально, разве? Спасибо. А я Бейджик забыл. Что? Бейджик забыл. Общая фоточка, общая фоточка. На общую фоточку.